Привет, всем доброй ночи. Кому не спится, тот я. Привет, привет. Ну что, поболтаем? Привет. Вас много уже, так что давайте задавайте вопросы. Здравствуйте. Многим не спится, почему? У меня завтра предстоит серьезный день. Мне надо будет сделать много дел, везде успеть. Поэтому мне не спится. А вам почему? Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас пойду скоро отдыхать. Дом 2 идет, он у меня параллельно. Как вы выходите, когда плохое настроение? У меня нормальное настроение. Здравствуйте. У меня голова уже последнюю неделю почти каждый день болит. Я вот просыпаюсь утром, у меня мигрень. Я выпиваю таблетку, через полчаса все отпускает, и я такое ощущение, что ничего не болело. Живу дальше. Но вот каждое утро один день был перерыв, когда погода устаканилась. Сейчас же погода меняется постоянно. И я просыпаюсь каждый день с мигренью. Работаю по ночам, пеку торты. Ну и работа. Представляю, как все там сладко. Доброй ночи. У меня еще отек, видите? Здесь вот сильнее, а здесь меньше. То есть вот здесь вот почему-то сильнее. Хотя и тот, и другой и зуб ставили. А одинаковые вроде. Привет. Привет, привет. Ноги болят третий день из-за погоды. Суставы болят. Здравствуйте, здравствуйте. Когда начала марафон, кто его будет вести, сколько стоит? Марафон уже завтра начинается. Сегодня у нас уже стоп марафона. Через 20 минут набор на марафон. А завтрашнего утра уже начало. Девочки уже готовы. Мы сегодня уже провели эфир. Так что этот марафон, там участников больше 300 человек. Мы уже с завтрашнего дня начинаем. Так что если кто-то еще вдруг хочет вскочить в последний вагон уходящего поезда, то, пожалуйста, добро пожаловать, пока еще возможно. Про сердце врач сказал, что это все на нервной почве, скорее всего, что вы знаете, с чем это связано. Вот. И прописали таблетки мне попить. Сегодня послушала вашу песню. Приморье, привет. Готовить будем. Будем, пока я есть не могу. У меня же имплантация зубов была, и я сейчас есть не могу. Как набраться сил уйти от мужа, который бьет на утро, как ни в чем не бывало, играть с дочерью годовая. Если вас бьет ваш муж, надо уходить от него. Потому что это не дело. Это вообще ужас. До этого сын с нами жил, да. Мечты какие остались? Моя мечта – это домик у моря. Это моя мечта. Сын устроился очень хорошо. Ему так нравится. Он говорит, что «Мам, мне так уютно, мне так хорошо одному в квартире. Я просто вот в восторге». Так что нравится ему, да. Сколько людей в марафоне? Больше 300.
Завтра присоединиться к марафону смысла не вижу. Если только вы прямо вот с самого-самого утра не присоединитесь, но до этого только водичку пейте тогда. На марафон вы можете успеть сегодня еще, пока я не сплю, добавиться. Ну, либо когда я проснусь. Только не ешьте ничего. Вот дайте чуть-чуть подзажить, у меня швы же наложены здесь и здесь, поэтому пока не могу есть. Митя такой хорошенький, да, Митя вообще у меня просто в восторге, его обожаю прям. От мигрени таблетки сумомигрен. Сейчас я покажу, у меня они есть. Вот. Сумомигрен. По-вашему, следить за мужем правильно? Телефон, геолокация и так далее. Знаете, если муж дает повод для этого, то, мне кажется, тут даже святая женщина станет подозрительной и начнет заглядывать. Значит, есть повод для этого. Ну, либо болезненная ревность, не знаю. Как вы ухаживаете за лицом, у вас ни одной морщинки. Кстати, вы заметили, что в прямых эфирах исчезли фильтры? Я заметила, уже несколько дней нет фильтров на прямых эфирах. Наверное, Инстаграм решил сделать нас всех натуральными. Я хочу, как записаться на марафон. Девочки, если кто-то хочет, реально хочет на марафон, вам нужно просто написать мне в директ, я вам пришлю условия. Марафон, вход платный, 500 рублей стоит. Поэтому те, кто не может или не хочет, то лучше не пишите и не тратьте мое время и мое зрение, и свое тоже. Вот. Осталось буквально несколько, не знаю, час, максимум два, и все. И будет закрыт вход на марафон. Следующий марафон будет только в январе. А так, конечно, этот марафон, он прям стартует очень круто, потому что 2 числа мы стартуем. А получается, что заканчиваем мы 22-го, на 20 дней. То есть, получается, за неделю до Нового года девчонки выйдут вообще все постройневшие, похорошевшие. Мне прям аж... Я прям жду этого. Думаю, как классно будет вообще. Очень хочу, чтобы все в марафоне получили результат, чтобы все остались довольны. В марафон попасть очень просто. Пишите мне в директ просто, и я вам рассказываю, что делать. Марафон стоит 500 рублей. Дайте совет, как научиться говорить «нет», стать тверже характером и брать свою излишнюю мягкость. Устала от того, что все время стараюсь угодить. Честно говоря, я сама такая же. И, в принципе, «нет» я себя заставляю порой сказать. Вот мне очень сложно это сделать. Я тоже слишком мягкая, и поэтому на мне ездят периодически люди. Таблеток, ну вот, сумомигрен я пью, 50 миллиграмм. Но это когда болит голова. Одну штучку пью. Назначили, сейчас я скажу, магнирод пить назначили. И еще какие-то таблеточки, забыла название. Короче, две. Большая молодец, как спасаетесь от мигрени, страдает дочь. Но я вот сумомигрен себе нашла, вот как-то у меня организм на него хорошо реагирует. И его пью. Песня в ленте есть. Вам делали синус-лифтинг? Да. Это лифтинг называется. Это когда подсыпают косточку сюда, чтобы сделать импланты. Да, делали. В Новороссийск? Нет, я не переезжаю в Новороссийск. Рим Каримову знаете? Нет. У сына все так красиво, просто супер. Ну, мы постарались, да. С новосельем его, спасибо.
Мне мама далеко живет, а вы мне как мама приятная. Очень хочется, чтобы они с папой были рядом. Но даже мои дети не знают, что это вообще такой бабушка-дедушка, хотя всего 400 километров. Да, это, конечно, не дело. Надо с этим что-то делать, подумайте об этом. Бабушки, дедушки должны быть в жизни своих внуков обязательно. Можно ли в овощные дни фрукты про диету? Да, но не все. Допустим, вы можете сделать салат, это морковь с яблочком. Вы можете сделать салат, капуста, морковь и добавить яблочко. Сбрызнуть лимонным соком. Вы можете съесть там несколько кусочков ананаса. Вы можете съесть помидоры, огурцы. В овощную диету много всего можно. А можно сделать салатик, допустим, винегрет. Тоже вкусно. Таблетки какие назначили? Магнирод и еще какие-то. Забыл, как они называются. Слушала вашу песню и плакала. Да. Почитала там комментарии под песни. Конечно, я в шоке. Мне такое ощущение, конечно, 90% комментариев нормальные, адекватные люди. Но процентов 10 такое ощущение, что у людей нет ни сердца, ни души. Они абсолютно не понимают, что происходит. Вот просто, ну просто вот какие-то тупые твари, по-другому не назвать. Те, которые не чувствуют ничего. Вот души нет у них, сердца нет. Они просто тупые твари, которые... Когда человек о своей боли кричит, они в это время говорят: ой, что-то совсем страшное, худая, губы не такие, это ужас вообще. Я почитала, поблокировала, там, на человек 20 заблокировала. Зачем мне такие люди на странице нужны, я не понимаю. Правда. Счастливые мамочки, которые у себя в аккаунтах пишут и льют грязь на женщину, которая им в матери годится, это несчастливые мамочки, это несчастные дуры. Почему Паша постоянно грустный? Серьезно, вы рядом живете и видите, что он постоянно грустный? Ну, вы даете. Мне 23 года, не могу определиться, кем хочу быть и какой сфере найти себя. Я очень рано хотела стать учителем. С самого детства практически, поэтому осталось в школе только определиться, по какому предмету. Вообще, я раньше хотела стать учителем начальных классов. В чем смысл марафона, расскажите? Смысл марафона в том, чтобы скинуть перед Новым годом 10-12 килограмм. А в чем еще смысл может быть? Ваш сын встречается с кем-нибудь? Ну, он мне не говорит, поэтому не знаю. Завтра, ну, можно, конечно, в виде исключения, но и тот, кто хочет завтра, не может сегодня. Завтра начинается день с воды, и пока вы со мной не свяжетесь, вы ничего не едите. Марафон стройности. Да, вставили, да. Ну, не шурупы, штифты, по-моему, называются. Это штифт. Здравствуйте, Ирина Александровна. Вы еще не спите? Я рада вас видеть. Нет, я пока не сплю. Привет. Как найти марафон? Не нашла, тоже хотела. Очень просто. Напишите мне в директ, и я вам все сообщу, как найти. Магнирод назначили и еще какой-то препарат, забыла название. Как записаться на марафон, мне в директ написать. У меня на сумму мигрен все тело болит. Серьезно. Не знаю. Ну, значит, вам он не подходит. Мне нормально. Мне наоборот. Вот я омигренин пила, и у меня от него была побочка. У меня очень тошнило и все. А от сумму мигрен нормально, кстати. Про какие же вы говорите? Ну, у меня импланты зубов ставили сюда и сюда по одному. И зашили сейчас.
Я вам написала в личку по поводу марафона. Я не увидела. Странно. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. Если вы написали, значит, оно есть. Джули 802. Вообще-то я не вижу. А, 8802. Вижу. У меня нет от вас сообщения. Но я вам отправила условия марафона. Прекрасно выглядите, спасибо. Вы меня приворожили, восхищаясь вами, вы прелесть. Спасибо. Уходите отсюда, злыдни, которые пишут про семью Риты гадости. А что тут есть гадости про семью Риты? Что, ненормальное, что ли? Отлично, всех увидим натурно. Ну да. Ну, в принципе, мне стесняться нечего. Какая есть, такая есть. Я вам написала в директ, вы мне не ответили. Да? Сейчас проверим. Я, наверное, не все вижу комментарии. Сейчас найдем. Лариса. Так. Лариса. Так, Лариса. Ну, нет от вас ничего. Я вам отправила все. Что посоветуете? Ела семечки, скорлупа попала в горло. Сначала как будто что-то было, потом вроде прошло. У вас не ком в горле, у вас, скорее всего, отек произошел из-за того, что отцарапало горло. Поэтому просто вам нужно к лор-врачу сходить обязательно. Может быть, просто семечко воткнулось и там осталось. Марафон стройности. Он у нас с завтрашнего дня стартует. Мы уже с девочками сегодня провели эфир. И вчера тоже. После самой мигрены болит все тело. Вы мне писали уже. Почему решил жить отдельно? Потому что он работает. На работу устроился. Каждый день в Москву не наездишься. Как ты, красавица, хочешь мне? Вас... Ну вот совсем нет, вот честно. Более того, я вас еще и удалю, представляете? Осталась ваша вторая страничка, где вы худели и занимались. Мы создали новую страничку, называется «Огибала, нижнее подчеркивание, диета». А ту страничку давно взломали, кто-то ее пристроил, короче. Так круто, когда мама настолько современная и понимающая. Мечтаю, чтобы моя мама последовала вашему примеру. Но, увы, и я впереди планеты всей. На сколько килограмм худеем? За 20 дней на 10-12 килограмм. Гарантированно. Когда беременная, можно пить парацетамол от озноба. Это к врачу, девчонки. Сын поедет с вами жить к морю. Когда вот мы поедем, тогда будем решать. Сейчас пока я здесь живу. Вы очень добрая. Спасибо. У вас сын закончил универ? Нет, еще полтора года учиться ему. Хватит рекламировать, идите отдыхать, ведь не поговорить решили. Вы мне будете рассказывать, что мне делать, что ли? Тогда до свидания. Все. Не нравится уходить, в чем проблема? Не хотите уходить, я вам помогу. Как вы считаете, главный совет счастливой семейной жизни? Не знаю даже. Не знаю, честно. Мы вас любим, спасибо. Новый год дома будем. У Риты хорошо дела. Как не отпускать детей к свекру и свекрови?
когда приезжают с дачи, болеют. Может, вместе с ними просто ездить? Возьмите меня в марафон. Я просто с Украины, не знаю как. Процетамол. Что-то так быстро идет, я не могу. Роскошная женщина, спасибо. Луховицы, привет. У сына квартира нет, арендованная. Прекрасная мать, спасибо. Песня душевная, спасибо. Танюш, да давай уже завтра увидимся. Ты завтра будешь? Я завтра к вам на эфир еду. Я как раз с тобой поговорю, если ты там сможешь вырваться на 5 минуточек. Да, я тоже в шоке была, Вика. Вообще просто ужас. Комментарии, вот дно прям, вот дно просто. Ты такая хорошая. Спасибо большое. Привет из Ирландии. Привет. Странно, что пишут гадости люди, которые сами потеряли родных. Можно добавиться завтра, но одно условие, что завтра вы не должны кушать ничего, вы должны только пить водичку и все. В Иваново я не знаю, когда теперь приеду. Импланты как? Не знаю. Потихонечку приживаются, наверное. Не знаю, завтра вот, кстати, у меня опухоль, это не лучше будет. Может, укольчик сделать? Мне сказали, что если хотите, чтобы отек спал быстро, надо дексаметазон сделать укол. Паша скромный, культурный парень, не путайте. Да, я вообще увидела, что Мандезир Юле предложение сделал. Надо их поздравить. Это вообще такое супер. Юлька замуж выйдет. Здравствуйте. Доброй ночи. Ничего себе, сколько вас много. Вы чего не спите все? Прекрасно выглядит. Спасибо. Бывает такое, что хочется послать все к чертям и перезагрузиться. Бывает. Марафон стоит 500 рублей. Витамин D нет, не пила. Вы знаете, я думаю, что достаточно того, что на солнце я бываю месяц. Ну и отлично, Танюш. Давай тогда там уже увидимся. Глаза в глаза, как говорится. Глазы в глазы, Танюша. Нет, сын не купил квартиру. Сын арендовал квартиру. Вот люди пишут, хотят в марафон. Я им сразу отвечаю, чтобы время не терять просто. Потому что завтра уже все. Уже никого не приму. Иначе просто, ну, смысла нет.
И мне напишите. Всем пишу. Все, кто просит, вот всем отвечаю. Мои ж хорошие. Девочки мои любимые. Такие вы классные у меня. Мне прям вот очень хочется каждой из вас помочь, правда. На самом деле у нас в группе такая обстановка хорошая. Мы просто, ну, очень, вот мне прям очень комфортно в группе. Она маленькая, закрытая. И вот общение прям, я вот кайфую от этого общения. Девчонки все хорошие. Ну, ничего себе, сколько запросов-то. Количество присоединившихся. Дело в том, что с завтрашнего дня марафон стартует. И сегодня уже как бы все, последний день. Те, кто может присоединиться. Завтра уже все. А через 20 дней, когда закончится марафон, я обязательно расскажу вам всем, какие результаты были. Обязательно. Я очень надеюсь, что все выйдут. Еще я предложила девочкам сегодня в прямом эфире, чтобы в конце марафона, это будет где-то 22 декабря, вот числа 22-23, встретиться с теми, кто живет в Москве и Подмосковье, встретиться в кафе, отметить окончание марафона, выйти в прямой эфир к тем девочкам, которые не могут присоединиться или находятся далеко, и просто все вместе отпраздновать окончание марафона, поделиться впечатлениями, результатами и так далее. Вот. И мне кажется, моя идея понравилась девчонкам, и они поддержали меня. Вот, так что я прям в предвкушении, что будет вот классно, правда. Моя красоточка, как я вас люблю, всю вашу семью, вашу клубничку едим до сих пор. Серьезно, у вас клубника до сих пор? Ничего себе. Сын арендует квартиру, да. Вы такая красивая, просто молодец. Спасибо большое. Смотрите, я просто это, многорукий семенок. Я и с вами общаюсь, и тут же отправляю ответы девочкам, которые в марафон хотят. Представляете? Это просто. Для чего Олег арендует квартиру? Как это для чего? Для того, чтобы жить там. Он же взрослый парень, ему уже вот через неделю исполняется 20 лет. Он работает, он учится в Москве. И естественно, что ему хочется уже свое жилье жить отдельно. Купить он пока не может, и мы не можем пока ему купить. Поэтому он пока арендует, как и многие другие. Ничего здесь такого нет. Он квартиру арендовал на 2 года, это минимум. И поэтому мы ему обустроили, помогли эту квартиру так, чтобы ему было там комфортно. Вот и все. Хочу в марафон. Напишите. Олечка, вы напишите мне просто в директ, и я вам отвечу, хорошо? Мои зайки, такие, господи, неужели вы не слышали про этот марафон? Я уже неделю про него говорю. Последний час прям буквально. Получается, в последний час узнаете. Хорошо, что я в эфир вышла. А то потом расстраиваться будете. Марафон классный, это правда. Вам понравится. Потому что там не будет этого, знаете, возьмите корень мандрагоры, он вам поможет. Там будет все просто, доступно. Ну, в общем, как у меня всегда, в принципе. Я стараюсь делать все просто, доступно, с душой.
Отправьте запрос в группу Агибалова, нижнее подчеркивание, диета. Я вас приму. Ну, вообще, обвал прям. Во сколько ваш последний прием пищи? Где-то, наверное, часов в 9, потому что я поздно ложусь. Вообще, я уже читала, что врачи многие говорят о том, что принимать пищу надо за 2-3 часа до сна. Не обязательно это, что должно быть вот в 6 часов и все. А если человек ложится в 12, а если в час ночи, это очень тяжело на самом деле. Поэтому, да, я написали в директ, я сейчас добавлю всех обязательно, девочки. Никого не оставлю. Всех добавлю. Я знаю, что это такое. Я знаю, как тяжело найти мотивацию. Даже вот просто пендель волшебного получить, это достаточно тяжело. И одному с этим совсем бороться сложно. А когда ты находишься в группе единомышленников, и когда еще у вас куратор – это хороший мотиватор, мне кажется, это вот вообще прям то, что нужно. У нас ежедневно будут эфиры прямые. Мы уже 2 дня подряд в прямых эфирах. Сегодня прямой эфир я записала, он в записи есть, его можно посмотреть, я там все подробно рассказываю, мотивирую. Поэтому, мне кажется, те, кто сейчас присоединятся, они ничего не потеряют, они прямо сейчас могут быть в теме, прям попасть, как я говорю, в последний вагон уходящего поезда. Рецепты у Оли, кстати, заметили? У Оли сторис, какие рецепты сейчас вообще отличные. Я просто сама смотрю и думаю, господи, как же у меня девчонки хорошо готовят. Прям молодцы. Здравствуйте, здравствуйте. В директ написали, хорошо, мои маленькие, хорошо. Сейчас всех приму, правда. Хочу в марафон, хочу удивить мужа к Новому году. И удивите ведь, потому что прям вот к Новому году получается реально очень круто марафон, что он проходит как раз до Нового года, неделя остается. И вы уже стройненькая, и новое платьишко, блестящие глазки, вообще шикарно. Я заранее за вас прям рада. Желаю побыстрее исполнения мечты. Спасибо огромное. А я вам всем желаю, чтобы у вас мечты исполнялись. Как можно писать гадости человеку, который нашел время на нас, чтобы помочь похудеть? Тратит время и энергию, конечно. А что пишут гадости? Какой ужас? Зачем? Зачем люди вы вообще гадите? Я не понимаю, правда. Но если вам что-то не нравится, зачем вы лезете ко мне, если я вам не нравлюсь? Зачем вы сидите на моей странице, если я вам не нравлюсь? Вот честно, не понимаю. Я хочу научиться худеть. Напишите мне в директ. Все, кто хочет, напишите. Всем отвечу, мои хорошие. Боже, в доме 2 всегда показывают, как дерутся. Такие крики сумасшедшие. Милена просто с ума сходит. Как можно проводить марафон, и зная, какое у них здоровье? Вы можете вообще даже не думать про это. Зачем вам об этом задумываться? Вот объясните мне. Вы судья или кто вы, чтобы об этом говорить? Из Беларуси очень просто. Киви или Палпей. А всем отвечу, девчонки. Правда, всем отвечу. Я даже не ожидала сейчас, что выйду в эфир, и мы будем про марафон говорить. Думала просто поболтать.
Давайте поговорим о чем-нибудь еще, кроме марафона. Смотрите, у меня вот такая тема. Скажите, пожалуйста, много ли среди нас тех, кто не ест мясо? Есть такие? Вот эта тема, да, то, что вот я не ем мясо, и поэтому я своего ребенка не кормлю мясом. Как вам это? Вот мне, допустим, это интересно узнать от вас. Я просто знаю мамочек, которые сами не кушают мясо, и детей приучают с детства не есть мясо. Вот прям вот как они подрастают, они мясо им не дают. В группе нет злюшек, это правда. Вот у нас в марафоне вообще нет злых женщин. Там вот просто собрались единомышленники, которые хотят достичь цели. Это так круто. Там настолько легко прям дышится. Ты просто вот разговариваешь, а тебя понимают. И это вообще просто идеально. Правда. Сейчас еще набегут, точно придется снимать 22-го ресторан. Ну, снимем ресторан, и что? Нормально. Порадуйтесь за меня. Мы за вас рады. Ну, просто я просто понимаю, потому что перед Новым годом каждая девчонка, каждая абсолютно хочет выглядеть хорошо, и женщина тоже. И всем надоели эти ненавистные килограммы, 100% надоели, я уверена просто. И поэтому, конечно, ну, чем больше, тем лучше и хорошо. Тем больше счастливых девчонок будет у нас. Примите меня тоже. Напишите мне в директ, пожалуйста. Кто вам, кстати, сейчас на Доме 2 нравится? Хорошо, как-то два телефона. Можно с одного разговаривать, на другом писать. Вообще красота, да? Да, моя зайка, такие вещи пишут. Господи, я сейчас расплачусь. Олег сам оплачивает квартиру. Он устроился на работу. Он вообще работает на трех работах. Две у него в интернете, а одна работа физическая. Поэтому он только успевает поворачиваться. Вам, кстати, понравилось? Вы посмотрели в ленте, как он обустроился квартиру? Вот я, знаете, что вам скажу? Все-таки сколько шторы имеет какое значение? В квартире стоял уже диван, была кухня, ну, это мы поставили, да, кухня, тумба, телевизор хороший, ковер. Но на окне не было штор. И я вам скажу, это вообще просто. Как только повесили шторы, это было так сразу классно, вот уютно, обалденно прям. Какой у меня секрет? Как поправиться? Я, честно, думаю, что это ко мне надо домой приехать и пожить у меня здесь месяц. И вы поправитесь точно. Я вас тут закормлю. Буду, может быть, устроить марафон для тех, кто хочет поправиться, и прям домой к себе пригласить. И все, да? И просто готовить в прямом эфире и их кормить в прямом эфире всех. Как вы на это смотрите?
Ну, можно. PayPal можно, да. Конечно, можно. На чем основан марафон? С Германии спрашивают. Конечно, примем с Германии. Это же мои немецкие корни оттуда идут. Как я могу не принять? Вы знали вообще, что я наполовину немка? Мне вот интересно, вы вот в прямом эфире узнали, да, сейчас про марафон, а в сторис я сегодня, по-моему, 2 или 3 раза говорила про это. Вы не смотрели, получается, да? Ну вот, всех приняла, кто попросился, а марафон себя включает. Эта диета будет на 20 дней, и я как куратор буду сопровождать, отслеживать, наставлять, подсказывать, мотивировать, ежедневные прямые эфиры, беседы, переписки и так далее. Маникюр поближе, вот он. Ростов, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Оля вообще старушка хозяйственная. Чуть она старушка, она у меня красотулька. Вообще прелесть. Вы что? У нее маленький сыночек. Один. Младенец второй, поэтому вес не вернется, если вы будете соблюдать все, что я вам скажу. Ирочка, хочу, но что делать? Как туда попасть? Напишите мне в директ, я вам скажу, как попасть. Здравствуйте, здравствуйте. Завтра только водичку пьем, да. У вас усталые глаза. Это от компьютера. От телефона. Ну, смотрите, вы можете перечислять PayPal либо Kiwi. Это тоже не проблема. Я ем много сладкого и мучного, но все равно не поправляюсь, при том, что я мама 2 детей. Это вам повезло просто. Это у вас такой организм, знаете, что все сгорает, как в топке. Как найти группу в вашей странице? Очень просто. Вы мне напишите в директ, а я вам все отвечу. Я вам написала в директ и очень жду ответ от вас. Уже больше суток жду. Да как это так? Русланочка 78. Сейчас я вам напишу. Значит, я вас не вижу. Такое может быть. Потому что, когда у меня была распродажа, я помню, что было такое, что я не видела людей. Вот, Русланочка. У меня нет от вас сообщения никакого. Но я вам ответила, пожалуйста. Мне 20 лет, хочу скинуть 5 килограмм, не знаю как. Очень просто. 5 килограмм – это не проблема. Очень просто диету посмотреть. Напишите мне в директ. Что-то вы сегодня без настроения. Я без настроения? Я вообще в отличном настроении, правда. О, уже сколько у меня. Написала и сразу получила ответ. Вот и я про то же. Кто написал в директ и нет ответа? Я сразу отвечаю. Кто хочет похудеть, идите к доктору. Да, идите, идите. А кто хочет здесь мне гадить, тот сейчас вылетит из эфира. Просто. Представляете?
Так, девочки, все получили сообщение? Кто не получил, напишите мне. Потому что бывает такой глюк, что не проходит просто почему-то ваше сообщение. Уже сегодня штук 5 таких было. Что-то у меня бьон слайд. Диету можно прочитать. Я ее даже как-то помню в прямом эфире продиктовала прям эту диету. Но здесь такая проблема, что все-таки лучше это делать коллективно, в группе. Когда друг друга поддерживаешь, когда смотришь на результаты других девочек. И получается гораздо круче и лучше. Такая мотивация групповая получается. А если еще и грамотный куратор, так вообще замечательно. Так, сейчас отвечу еще 2 сообщения и все. Ох, я что-то даже не ожидала, что будет такой поток. Вот, видите, пишется, я не получила ваше сообщение. Обалдеть. Кто хочет похудеть, идти к доктору. А, хорошо, давайте. Как там тебя зовут, Гус? Сейчас мы тебя отправим куда подальше. Не пойму, почему вы мне не отвечаете. Такого быть не может, что я не отвечаю. Сейчас я напечатаю, как вот. Ну почему у вас такие вот ники, что не могу. Джули. Я Короленко. Сейчас отвечу. Ответила я вам. Посмотрите, вот у меня ответ есть. Дом 2 стал отстой. Ну, мне там, да, не все персонажи нормальные. До Нового года 5 килограмм, мне вообще не проблема. Привет, привет, привет. В общем, как все старые участники ушли, неинтересно стало. Липосакция в помощь. Липосакции вы не уберете лишние килограммы, это бред. Я вам тоже написала. Хорошо, Леночка, сейчас всем отвечу. И вам отвечу. Как всегда, красивое спасибо. После марафона можно встретиться, кто сможет приехать устроить мероприятие. Я вот это и предложила. После марафона встретиться в ресторане и отметить окончание. Я уверена, что будет очень много хороших результатов. Марафон для похудения – это чушь. Да бред. Ничего не чушь. Все зависит от вас. Очень хорошо бы устроился. Шторы шикарные. Да, шторы вообще огонь просто. Шторы имеют огромное значение, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Что вы так поздно не ложитесь? Сейчас еще буду отвечать всем, кто написал. Елку наряжать, короче, числа 5, наверное, буду. 5 декабря. Как похудеть? Напишите мне в директ, я вам пришлю про марафон. Ответьте мне, галочка, всем отвечу, всем. Напишите мне. Не ответила, еще раз пишите. Значит, не заметила, еще раз пишите. Прям вот, прям долбите. Хорошо? Почему платный марафон? Объясню. Для того, чтобы лишних людей там не было. Это самое первое, первостепенное. А во-вторых, девочки, давайте честно.
Я 20 дней буду на связи постоянно с вами. Это работа. Это реально работа. Написала вам. Спасибо. Вы очень красивая. Спасибо вам. Вы довольны своей жизнью? Конечно, довольна. Почему бы нет? Я довольна, что я, в принципе, живу. Я домохозяйка, да. Это гигантский труд. Конечно, это труд. Почему вы считаете, что кто-то что-то должен вообще, в принципе, делать бесплатно? С утра до ночи вот так сидеть, глаза свои портить, разговаривать, мотивировать, не знаю, заниматься этим, писать. У меня уж палец болит. И это вот просто за то, что вы красивые или что, я не пойму. И вам отвечу. Девочки, те, кто запросы посылают, те, кто мне пишет, и я не ответила, не поленитесь написать еще раз. Ответьте мне, ответьте. Или жду ответа, жду ответа. Я обязательно увижу, отвечу, хорошо? Мне 55 лет. Там много девочек, кому за 50, там есть за 30, за 40, за 50. Разные абсолютно девочки. И, ну, все хорошие, правда. Вот правда, в той группе прям дышится легко, это честно. Но скажите, кто здесь есть из той группы, но скажите, что там другая атмосфера. Люблю вас, вы очень хорошие, спасибо. Это тяжело, вы очень мотивируетесь. Да, за все надо платить. Ну, это вообще просто символическая сумма на самом деле. Я же не пишу, что там заплатите мне 3000 там, или 5000 рублей. Вон, прием к врачу сколько стоит? Спортивное питание я не принимала. Я пробовала несколько раз его, потому что врач прописал, чтобы белок поступал. Но он у меня так и стоит. Могу отдать, кому надо. Спать сейчас скоро уже пойду. Марафон еще. Сейчас посмотрим, как пройдет этот первый марафон. Потом видно будет. Если все будет хорошо, всем все понравится, тогда будем еще делать. Я ответила Юле Короленко. Давайте я вам покажу сейчас. Это ваш ник? Ваш. Смотрите, открываю. Вот я ответила. Поэтому я не знаю, почему вы не видите. Да, все, дорогие мои, давайте. Все, кто хочет в марафон, присоединяйтесь, я пошла вам отвечать, чтобы не отвлекаться хорошо и чтобы допоздна не засиживаться. Марафон стоит 500 рублей. Все, пока всем, доброй ночи.